Дорогие земляки, время скоротечно, и мы снова находимся в ожидании самого загадочного и любимого всеми новогоднего праздника. У нас есть повод для хорошего настроения. В 2018 году в Искитимском районе отмечен рост промышленного производства, интенсивно ремонтировались автомобильные дороги, школы, успешно шла реализация программы модернизации жилищно-коммунального комплекса, развивалось сельское хозяйство. Новогодний праздник объединяет всех нас с атмосферой света и радости. И пусть эти праздничные минуты единения останутся с нами навсегда. Пусть они напоминают нам о том, что вместе мы – сила, которая может вершить великие дела, достойно преодолевать любые трудности. Искренне благодарю всех жителей Искитимского района за поддержку и честный труд во благо нашей малой родины. И желаю, чтобы исполнялись сокровенные мечты каждого из вас. С праздником, дорогие земляки!